Федор Иванович Мариногло окончил Кишиневский государственный университет по специальности журналист еще в далекие 70-е годы. Однако в силу сложившихся обстоятельств работать ему по полученной профессии не удалось. И вот уже более 30 лет он учительствует в родном селе Авдарма. Первые стихотворения он писал на русском языке, но впоследствии понял, что лучше у него получается на родном, гагаузском. И очень большую роль сыграл в моей жизни Сарандибаси, наш односельчанин, который тогда уже писал. И говорит, Федя, я слышал, что он работал какой-то корреспондентом газеты «Ленинское слово». И говорит, Федя, я слышал, что ты пишешь на русском языке. Он говорит, да, я пишу. Слушай, говорит, пригласил домой, показал все на гагаузском. Он служил в Крыму, был переводчиком с турецкого. И говорит, знаешь, Федя, ты пойми одно, Ди, на русском есть кому писать, и они лучше, чем мы, чувствуют этот язык и знают каждое слово, каждую эмоцию, каждую тонкость этой эмоции, какое слово, что передается в синонимическом ряде. Нам туда лезть не надо. Пиши на родном, что ты чувствуешь. И вот с тех пор я перешел на гагаузский и не пытаюсь писать на русском, типа потому что не напишу. Действительно, так оно правильно. Творчество Федора Мариногло включено в школьную программу общеобразовательных учебных заведений Гагаузии. После того, как отменили изучение гагаузского языка в школах, вот Федор Иванович был в числе тех, наряду и со Степаном Степановичем Булгаром, Степаном Степановичем Куроглой, и Гаврил Кач Гайдаржи, и Дмитрий Карачебан, и Николай Бабогло, которые не перестали, а наоборот, стали еще больше писать на гагаузском языке, создавать произведения. Здесь это многого значит. При том, что гагаузский язык нигде не изучался, и казалось бы, что гагаузский язык и литература на гагаузском языке никому не нужна, потому что в школах гагаузский язык не преподается. Тем не менее, эти люди и писали произведения, стихи, рассказы. Сегодня проводится этот замечательный вечер. Тодор Мариноглу является известным писателем в гагаузской литературе, и спасибо ему то, что издают такие книги. Мне нравится его творчество, так как его стихи очень музыкальные. Даже некоторые стихи мы когда рассказывали на парах, те песни, которые я знала и слышала, я даже их пела, я не могла их рассказывать, я их просто пела. У Федора Мариногло очень много хороших стихов, написанных по-особенному образно. В них поэт использует огромную палитру самых разнообразных красок. Его шедевры определяют самобытность гагаузского народа. Они воспитывают в человеке высокие нравственные качества. В заключении встречи все ее участники пожелали Федору Ивановичу творческих успехов, чтобы его стихи и проза радовали гагаузских читателей еще многие годы. Ики кардаш дурду, кокту бала, булду ива барда, барда ичклар, тасустулар.